Посмотрим, как устанавливать менеджер пакетов под Windows. Будем использовать Шоколадли менеджер пакетов. Итак, давайте мы запустим. Значит, поиск. Шоколадки. Вот это у нас менеджер пакетов наш. Тут описывается, как его установить, и список пакетов. Вот описание, как устанавливать. Для установки нам нужно будет запустить shell, но не обычный command, а PowerShell. Значит, это Windows X нажимаем, выбираем Windows PowerShell административный и копируем в clipboard, скопировали и вставляем. Вставили, запустили. Итак, это именно административный shell, потому что если вы не административный запустите, у вас не установится. Ну и вот, собственно, он установился.